В Караганде число погибших шахтеров увеличилось до 22. Информацию подтвердили в ArcelorMittal Темиртау. Удалось спасти двоих. По-прежнему неизвестной остается судьба еще 24 горняков. Поисково-спасательные работы продолжаются. Также работает оперативный штаб. Напомню, взрыв на шахте имени Костенко прогремел сегодня ночью. О возгорании в шахте сообщил горный мастер. На тот момент под землей находилось 252 горняка. По данному факту начали досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Создана межведомственная следственно-оперативная группа.